Детский праздник с говорящим названием «Путешествие в страну безопасности» развернулся на большой площадке рядом с торговым центром «Экватор». Приключения юных брещан начались сразу. Множество интерактивных площадок, где представители различных ведомств рассказывали о правилах поведения в быту, на дорогах, обучали правилам оказания первой помощи и многому другому, увлекало ребят. Первый день школьных каникул госавтоинспекция Брестской области приняла решение о проведении широкомасштабного праздника «Путешествие в страну безопасности». Для проведения этого дня мы пригласили разных представителей смежных служб для того, чтобы детей обучить правилам безопасного поведения. Особенно это актуально в период школьных летних каникул, когда детки останутся на долгое время самостоятельно, одни дома. Родители уходят на работу. Конечно же, детям надо помнить правила безопасности. И не только правила безопасности на дороге, но и правила безопасности в других сферах жизнедеятельности, в том числе в быту. Поучаствовать в конкурсных программах, викторинах, получить новые знания, выиграть подарки и зарядиться позитивно. Эмоциями могли не только дети, но и взрослые. Скучно не было никому. В рамках запланированных мероприятий нами будет представлена имитация задымленного помещения, в котором все заинтересованные смогут почувствовать себя и понять эти ощущения, которые испытывает человек в задымленном помещении. Также различные конкурсы, викторины, игровые мероприятия, в том числе с использованием специализированной техники, специализированные инструменты. Дети смогут почувствовать себя в роли спасателей, примерить боевую одежду и снаряжение, поработать с аварийно-спасательными инструментами, понять механизмы его действия. Среди представленных организаций «Красный крест». На их площадке всегда оживленно. Многие не прочь опробовать свои силы помощи в экстренных ситуациях, когда стоит вопрос жизни и смерти. В распоряжении юных спасателей манекены. Рядом волонтеры и инструктор, которые не только следят за правильным оказанием первой помощи, но и обучают. Присутствует здесь ковер безопасности. Этот ковер был когда-то разработан областным управлением МЧС и управлением внутренних дел Брестского облсполкома. И видите, как хорошо он используется Красным Крестом. То есть мы говорим, что, наверное, вопросы безопасности – это общее дело взрослых и, наверное, тех организаций, которые могут этому поспособствовать. Мероприятие было построено так, чтобы соблюсти баланс между обучением и игрой, сделать для юных горожан настоящий праздник. А ребята, в свою очередь, оценили эти старания. Им все понравилось. В принципе, здесь хорошо, и нас еще вот здесь вот обучили первой помощи. Было интересно, мне понравилось. Самое интересное было то, что посмотреть на пожарные машины, заполнить анкету, то бишь получить подарки, и вообще о страховой компании тоже услышать много всего. Мы пришли сюда с классом на День защиты детей. Вот тут показывали знаки, я узнала много нового, давали призы. Очень было интересно. Главная цель, которую преследовали представители каждого ведомства, рассказать о правилах безопасности, чтобы школьные каникулы у детей прошли весело и с пользой. И у них это получилось.